Всем привет и добро пожаловать на наш новый Бравл Толк концепт. Джесси, почему ты так странно одета? Давай сначала запишем Бравл Толк, а потом ты отдохнешь. Фрэнк, ты что забыл? Это же летнее обновление. Добро пожаловать в 7-й сезон Бравл Пасс «Лето в России». В этом сезоне нас будет ждать хроматический боец Алекс. Он школьник, который любит слушать музыку на колонке во дворе. Его атака – это смесь Биби и Ниты. Он атакует музыкой из колонки, которая наносит 1130 урона. Его супер – это призыв трех друзей, у которых есть по 2000 жизней, и наносят они по 650 единиц урона. У него будет 4840 жизней на первом уровне силы. О гаджетах и звездных силах данного бойца вы сможете прочитать по ссылке в описании. Теперь о скинах Бравл Пасс. Скин на первый уровень – это бедняк Майк. А на 70-й уровень скин крутой Алекс. А что у нас с обычными скинами? Это пляжный кольт за 100 гемов. Дельфин Леон 50 гемов. Водяной джин 80 гемов. И скин Суперселл Мейк китовая Нита за 150 гемов. Также мы добавляем золотые и серебряные скины на Карла, Нани и Гейла. Блестят. Также скин за 10 тысяч старпоинтов Серфер Поко и скин силовой лиги Призрачный пират Майк. И еще мы анонсируем новую кампанию Supercell Concept Make со скином на Нани в парке страха. Все правила вы можете прочитать по ссылке в описании. Чуть не забыл, в честь годовщины запуска в Китае мы добавляем бесплатный скин Драконья Шелли. Ну что ж, давайте начнем с того, что мы добавляем долгожданные новые иконки профиля, в том числе и иконки от приставки автора официального контента в нике. Мы сделали вторые гаджеты на Эмс, Рика, Джеки, Биби, Байрона и Спайка. О них вы можете прочитать по ссылке в описании. Еще мы добавляем небольшое изменение баланса и долгожданный чат в силовой лиге для обсуждения стратегии и выбора бойцов. Также мы добавляем новое испытание в парном столкновении на 9 побед. Будет возможность на 3 поражения. Можно будет докупить только 2 попытки за 120 цветочных жетонов. А какой же будет приз? Призом будет новый скин цветочный Дэрил, который можно будет купить после испытания за 150 цветочных жетонов. Также мы добавляем в тренировочную пещеру робота, который будет уметь ходить для проверки способностей с замедлением у бравлеров. Так, неужели у нас будет только один бравлер? Конечно нет. В честь нашего сотрудничества с магазином «Шестерочка» мы представляем вам нового бравлера. Наш второй боец – это Галина. Она грузчица магазина «Шестерочка». Ее атака – это бросок протухшего молока, который наносит 950 урона. А ее супер – это оставление следа из протухшего молока в течение 6 секунд, который наносит 700 урона от одного наступления. У нее будет 3800 жизней на первом уровне силы. Она будет редким бравлером. О гаджетах и звездных силах этого персонажа вы сможете прочитать по ссылке в описании.
тому же мы добавляем клубные фонды. Вы сможете написать специальные сообщения в клуб с просьбой дать вам игровые ресурсы. А участники клуба, в котором вы отправили это сообщение, могут отправить вам нужные ресурсы со своего аккаунта на ваш. А что у нас с новыми режимами, Вольт? У нас есть новый режим «Захват башни». Это режим 3 на 3 без кубков. Суть этого режима в том, что надо пройти 3 полосы препятствий, а потом уничтожить кристалл наверху башни. Первая команда, забравшая кристалл, побеждает. В честь этого режима мы добавляем скин «Фараон Фрэнк». Его можно получить за выполнение особого квеста этого режима, который будет длиться до конца этого сезона. Или купить в магазине за 150 гемов. Ну а на этом у нас все. Надеемся, это обновление вам понравится. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и участвовать в компании Supercell Concept Make. Пока! Мы сделали вторые гаджеты на Эмс, Рика, Джесси, Биби. Тут вообще-то написано не на Джесси, а на Джеки. Ой! 80 гелов. И еще один скин, это Джесси Веха. 250 гелов. Эй, это что за меха Джесси? Удалите это! Так неужели у нас будет только один бравлер? Конечно нет. В честь нашего сотрудника... Ошибка. Ошибка системы. Вот же, блин, опять сломался. Мастер!